Ну и, собственно, видео следом за обзором наших кормовых насекомых, сверчков. Видео кормления нашего капского баранчика. Светит дополнительная лампа ультрафиолетовая, поэтому есть некоторые проблемы со светокоррекцией. Пожалуй, мы ее отключим ненадолго, чтобы резких перепадов не было. Нашего Стэнли нам и так видно. А, собственно, вот и небольшая коробочка сверчков. Тихо. Тихо, Стэн. Он у нас очень скор на расправу, поэтому не любит ожидать. Опа. А я одной рукой хрен открою. Да. Пожалуй, открыть это и покормить его нормально у меня так и не выйдет. Зато увидим, насколько он голоден. Прошел целый день. Утром у него был легкий завтрак. А сейчас будет легкий ужин. Так, Стэн, подожди немножко. Наш Стэн настолько жаден, что скоро на расправу. И упустил своих потенциальных жертв. В большом количестве. Всех самых крупных скушал, а мелких оставил. Собственно, дупятнистые сверчки не такие прыткие, как дымовые. Поэтому я почему-то не сомневаюсь, что он скушал сверчка. Также он явно скушал и немного мха. А еще за одним сверчком придется немножко побегать. Чем мы и займемся в ближайшее некоторое время. Так как оставлять его не дело. Неужели Стэн нашел его? Даже я его не вижу. Что ж. Остальное мы оставим за нашим ящером и немного поищем сами. Вдруг что-нибудь найдем.